Давайте жить дружно. Ты готов? Да, сэр. Кстати, классно мелкого раскрасил. Да. Думаю, мы заслужим себе отпуск. Ты как? Всегда хотел поплавать с дельфинами. Нет, со скатами. Скаты — это круто. О, нет, нахер. Они убили охотника на крокодилов. Им нельзя доверять. Вето. Ну, вето так вето. Значит, дельфины. О, да ладно, Маркус, им тоже нельзя доверять. Правда? Почему? Я видел документалку. В одном парке развлечений на ночь врубили камеры из-за таинственных убийств. И, разумеется, с утра у них было отличное снап-видео про дельфинов. Это скорее касатки. Не-не-не, дельфины. Флипперы, носы, фонтаны. Ну, как дела, народ? У нас вето на скатов и касаток. Дельфинов пока обсуждаем. Нет, неправда. Скаты зло. Они убили охотника на крокодил. Йоу, я все еще не понимаю, о чем мы сейчас говорим? Выясняем, под каким углом нужно установить тарелки, чтобы передать данные. Вам помочь? Не надо. Дилан. Отлично. Наши слушатели взволнованы слухами о том, что ты хочешь продать свой новый альбом Джину Карцане. Скажи, что это не так. Но слухи всегда ходят, но в действительности все не так, как на самом деле. Сечете, да? Говорят, он предложил тебе 2 миллиона за право обладания альбомом. Кто говорит? Да парень охренел в край, понимаешь? Я даже название еще не придумал. Короче так. Если вы хотите убедить Боба не продавать альбом Карцане, пишите нам на нашу страницу в инвайт, и ваши голоса будут услышаны. Все это на радио KBY-FM.
Я тут погуляю. У меня аллергия на дерьмовые шмотки и замкнутое пространство. Там что? Там кто-то есть? Это что там? Тебе здесь нечего делать, ясно? Перезапуск через 3, 2, 1. Мы там. Класс. Теперь тебе надо пешочком подняться наверх и настроить тарелочку. Что-что? Это он шутит. Лифт уже спускается. Спасибо, Джош. Задержите его. Прием.
Полиция! Прекратить! Тебе доводилось прыгать с парашютом? Даже падать с самолетом. Как насчет альпинизма? Еще бы. Бег с быками? Ну уж нет. Вот, вот, ты не любишь зверей. Чел, нахер зверей. Мы с ними воюем. Они хотят занять наше место в пищевой цепи. Чем меньше они знают, тем лучше. Даже щенки? Особенно чертовы щенки. Они проникли в наше общество. Они изучают нас. Блин. Надо купить тебе щенка. Маркус, не вынуждай меня пинать щенков. Это просто низко. Thank you.
Вроде нормально. Сейчас, еще пара штрихов и... есть. Отлично. Мы с Джошем едем. О, пиво нам. Клёвый вид. А я заметил. Лети, голубок. А теперь любуемся видом и ждем. Ты все правильно настроил? Блин, я же тебя про криптофигню не парю, чувак. Ты... Эй, тихо, я там. Президент Хаум, приготовивший нам небольшой сюрприз. Он приготовил сюрприз. Для них сюрприз. Я принес наш новый девайс и хочу объявить о запуске Хаум 2.0. Вот да! Одним простым нажатием можно... Это логотип Децил. Черт. О, простите... Прокомментируйте. Класс! Нормально. Все, это все, все! Ну! Граждане цифровой эры, привет вам! Хаум обманывали вас. Они продали вам домашнюю систему слежения, пообещав приватность, безопасность и удобство. Они продают ваши привычки. Да-да. Каждый месяц вы платите за то, чтобы данные о вас ушли тому, кто даст больше. Пора открыть глаза. Пора вернуть себе свою идентичность. Иначе ваши личные данные будут использовать другие. Надейтесь, что компании будут к вам благосклонны. Или возьмите все в свои руки. Дедсек рассказывает правду. Решать вам. Это унизительно! Стивен, Стивен! Да, тебя уделали. Бывает. Ах ты, пижон, хер! Я обещал! А вот это было глупо. Ты и так не вылезаешь из жопы. Сядь. Я дал тебе такие возможности. Пойми, ты мог действовать, у тебя были данные. А ты жидко обосрался, причем на телевидении. Наверняка кто-то уже нарезает твое чудное интервью. Не трогай Дедсек. Это моя проблема. А ты лучше думай, как ты будешь извиняться за свое рукоприкладство. Ты как, живой? Ты живой? Скажи да. Вот так. Принесу тебе воды.